костюм снеговик, зимний костюм из ткани алова, мембранная ткань. Имеет такой вот белый маскировочный цвет для зимы костюм. Значит, что по костюму? Манжет регулируется на липучках. Вот такие вот регулировки. Карман имеет на клепках на рукаве, на одном рукаве. Два кармана на груди на клепках с каждой стороны. Два кармана грузовых по бокам с каждой стороны. Капюшон регулируется по овалу лица. Также капюшон регулируется по глубине. Очень удобно. Центральная застежка идет молния, двойная, как снизу, так и сверху она у нас есть. Закрывается клапаном вот таким ветрозащитным. Внутри имеет утяжку по поясу, по талии. Внутренний подклад такой вот, фольгированный. Два внутренних кармана, один на липучке, другой на молнии. Глубокий достаточно, под что угодно. И вот утяжка с другой стороны. Значит, перейдем к брюкам. Брюки здесь идут комбинезоном. Два кармана на брюках ниже. Карман на молнии один, под телефон, допустим. Молния здесь идет такая двойная. Подтяжки крепятся на фастексе. Вот. Спинка у данного костюма тоже завышена. Защищает и поясницу в том числе. Снизу брюки, значит, регулируются тоже на липучках. Можно одеть на сапог и так далее. И застегнуть. Во всем вопросам пишите в группу.